Саль, я предлагаю поговорить об одной очень важной теме, особенно для нашего региона, где много гор, много лесов, много открытой природы. У нас по этой теме есть гости. На самом деле, Саш, ты немножко... Да, некорректно выразился. Наверное, далеко ушел, говоря о том, что у нас есть горы. У нас есть в первую очередь поисково-спасательный отряд, которому часто приходится быть в этих горах, именно потому что там проходят операции по поиску пропавших детей. И вот у нас в гостях Наталья Кропачева, региональный представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Крыму. Доброе утро. Доброе утро. Могли бы рассказать о деятельности своего учреждения и пояснить, почему же такое название? Конечно. История отряда началась в 2010 году, когда в подмосковном Орехово-Зуево пропала девочка Лиза Фомкина. Она с тетей ушла в лес, заблудилась. Очень много добровольцев, волонтеров приехали ее искать, но, к сожалению, не было отработанных алгоритмов и правил какого-то методик поиска, поэтому на 10-е сутки ее нашли погибшей. В тот момент люди, которые принимали участие в поисках, поняли, что когда столько людей, готовых откликнуться на чужую беду, дети просто не должны умирать, и поэтому создали отряд. Назвали в честь девочки Лизы «Алерт», но это всеобщее внимание, тревога, чтобы привлечь общественность. То есть получается, что не все так просто, у вас есть целый алгоритм, по которому вы проводите работу? Конечно, обязательно. Любой поиск – это целый... Действительно, алгоритм, целый список последовательных действий, одно без которого будет бессмысленно и неэффективно. Ну, а можете привести пример, вот как это действует? Могу, конечно. Например, поступает заявка о пропаже человека, например, пожилого человека. В первую очередь мы начинаем прозванивать заявителя, чтобы уточнить у него как можно больше информации. Наш информационный организатор уточняет, были ли у него проблемы с памятью или, может быть, проблемы с родственниками, по какой причине он ушел. Если, например, у него проблемы с памятью, то мы узнаем прежние места работы, прежние места жительства, то есть он мог запросто уйти туда. Если это с памятью все хорошо, он просто заблудился, то это другие места поиска. Что касается детей, мне кажется, здесь очень часто все непредсказуемо. Куда могут дети пойти? Только им известно. В голове, да, это вот только им известно. Да, на сегодняшний день, к сожалению, так. В смысле, на сегодняшний день возраст детей, которые уходят из дома, он снизился. Если раньше переходный возраст мы ожидали лет с 14, то сейчас уже дети в 12 лет могут уйти из дома, объясняя это тем, что они хотели подумать о жизни, то есть они уходить не хотели целенаправленно, они хотели подумать о жизни, и так получилось, что допоздна задержались, и обратно дорогу уже не нашли, либо транспорт уже не ходит. Такие тоже у нас истории бывают. Много детей пропадает? В Крыму. В Крыму, вот слава богу, каждый раз говорю, что нет. По сравнению с другими регионами у нас более-менее стабильная обстановка, и плюс сотрудники полиции очень четко и мгновенно реагируют на детские поиски, поэтому у нас прям... Ну а какая статистика вот все-таки? Там, допустим, в месяц один ребенок или два, или больше? За всю историю существования отряда, вот лично к нам на горячую линию по всему Крыму и Севастополю поступило около 4 заявок, где дети до 12 лет, и порядка, ну, допустим, 10, это когда подростки уходят. Из 200 заявок вот такая у нас статистика. Наталья Александровна, ну, получается, что не только по лесам и степям и долам вы ищете, но и по городам тоже. Да, у нас поиски как в лесной среде, так и в городской. И лично вы участвуете в таких поисках? Конечно. То есть вот такая красивая ухоженная женщина надевает спас-костюм и идет искать детей всякие страшные леса. Ну а как? Конечно же, мы же за этим туда и пришли, тем более, когда дети, берцы... Наряд, ну, да. Я знаю, что огромное количество крымчан объединяется, самых неравнодушных, причем не знающих семью, возможно, не имеющих отношения даже порою к этим местам, где семья живет, и тем не менее приезжает очень много. Сколько человек в Крыму этим занимается? Есть какая-то? Вот, да, недавно считали, вот прям активных людей, которых я знаю по именам и фамилиям, которые готовы мгновенно реагировать, ну, не только на выезд, а на информационную обработку заявок, нас сейчас около 76 по всему Крыму. Конечно, это мало, конечно, мы ждем всегда новых добровольцев, нам есть что предложить каждому в зависимости от того, чем может заниматься человек. Не обязательно выезжать ночью в лес там, на улицу, очень много работы проделывается, не выходя из дома за компьютером или за телефоном. То есть в первую очередь, наверное, соцсети, да, штурмуются там. Да, у нас идет очень много прозвон больниц. Порой, да, удается найти людей, именно прозванивая больницы по пропавшим людям, тем самым не нужно уже выезжать в другой группе лиц.
Прозвон больниц, размещение ориентировок в соцсетях, отслеживание свидетельств, комментариев, да, это все вот работа, которую можно делать, не выходя из дома. Скажите, а как можно вступить в вашу организацию? Как, что для этого нужно, кроме паспорта? Самое... паспорта. Вы не говорите всем, что мы забираем паспорта, мы это скрываем. Самое простое – это обратиться на горячую линию 8 800 754 52. То есть на эту горячую линию можно обратиться абсолютно по любому вопросу. И прочитать лекции по профилактике в школе, если кто-то потерялся, если хотите помочь отряду либо вступить. То есть вообще абсолютно по любым вопросам на этой линии вам все подскажут и расскажут. Но а на нее можно позвонить, если как раз-таки произошла пропажа, если ребенок пропал. В любой случай. Давайте еще раз повторим этот номер, только помедленнее, чтобы люди могли его записать или запомнить. 8 800 754 52. И у нас есть группа ВКонтакте «Лиза Алерт Крым». Если набрать, она сразу выйдет, и там можно заполнить анкету добровольца и присоединиться к нам в наши ряды. И давайте какие-то рекомендации родителям дадим, вот, которые, если, не дай бог, у них произошло дома такое, что пропал ребенок, как им действовать, потому что часто в панике они начинают теряться и теряют время. В панике. В первую очередь хотелось бы попросить родителей именно не тянуть. Да, у нас многие боятся обращаться в полицию, потому что считают, что это повлечет за собой какое-то административное правонаказание. Да, правонаказание. Но тут важнее жизнь ребенка, которая ставится на кон. Не ждать вечера. Если вы поняли, что ребенок вот должен был прийти в течение часа, а он не пришел, лучше сразу обратиться. Ничего страшного, что мы выйдем зазря. Ничего страшного от этого никто никогда никаких упреков не скажет, но зато мы сможем вовремя среагировать. Потому что много случаев на материке, допустим, когда дети уходят из дома, теряются и попадают в такие ситуации, в которых они сами не справятся. Например, когда они падают в выгребные ямы на территории близлежащих домов, когда они проваливаются. В общем, когда их есть возможность спасти, но взрослые еще ждут и тянут время. В первую очередь, да, сразу в полицию, к нам. Но, мне кажется, это самые первые действия, да. которых должны придерживаться. Спасибо большое. К сожалению, времени у нас не осталось. Я напомню, у нас сегодня в гостях Наталья Кропычева, региональный представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Крыму. На этом с вами прощаемся. Ну, а вам предлагаем посмотреть нашу следующую рубрику под названием «Хронограф» о том, какое самое интересное событие было выделено нашими корреспондентами.